Нас забрали, все взяли 17 лет. У нас пополнение уже, в общем, большие потери им наши были, да. Я скажу все, что там не хватало. Нас 17 лет военкомат вызывает. Вот. Даже некоторым, что 17 даже не было. Должно было 18. Так когда доедет до фронта, там сколько-то, вам уже например, там 17,5. Так я нас случился. Хорошо подготовлены. Мы подготовились на практике. Нас молодежь обучали 15 дней, днем и ночью обучали. Гранаты бросали, стрелять. Интенсивно обучали. С ручного пулемета стрелять, с танкой, по танкам. Сейчас вот подготовка очень хорошая, как я смотрю, там сильнейшая подготовка. Сейчас новое оружие, да? Ну, это 44-е, это оружие какое было? Пулемет основной, да? Станковый пулемет, ручной пулемет, противопушка. Вот это. А в настоящее время новейшая техника, новейшее оружие. Поэтому наша армия сейчас сильнейшая, если считается, в Средней Азии. Нас поздравляю все так, с праздником 14-го. Желаю всем успехов и большую подготовку в армии, чтобы молодежь готовилась, чтобы это не стало на будущее.